Ограбили салон сотовой связи. В Кызыле полицейские задержали двух подростков. Выручка налетчиков составила более 500 000 рублей. На записи камеры видеонаблюдения видно, как молодые люди, взломав жалюзи и разбив окно, проникают в салон сотовой связи. Далее молодые люди начинают в выборочном порядке собирать сотовые телефоны. Ограбление салона произошло в ночь на 26 ноября. Утром того же дня в дежурную часть полиции Кызыла поступило заявление от продавца-консультанта салона сотовой связи о том, что неизвестные похитили 9 аппаратов мобильной связи iPhone. Общая стоимость похищенного составила свыше 650 тысяч рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий данное преступление было раскрыто по горячим следам. По данному факту следственным управлением Управления МВД России по городу Кызылу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кражи, совершенное в крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое подростков, учащиеся в средних учебных заведениях города Кызыла. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Изъятое имущество приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.